Пятеро человек пострадали в результате шторма в Восточно-Казахстанской области. Трое из них госпитализированы. Кроме того, повреждена кровля зданий и автомобилей. Ущерб от урагана подсчитывает специально созданная комиссия, сообщает в комитете по ЧС. Я напомню, вчера на Усть-Каменогорске несколько сел региона обрушился мощный ураган. На двух метеостанциях было зафиксировано усиление ветра до 30 метров в секунду. Но вот накануне метеослужбы прогнозировали 10-бальный ветер со скоростью 15, а то и 20 метров в секунду. По словам метеорологов, причиной урагана стали температурные контрасты и сильное вертикальное движение потоков. А надвигающиеся стихии, как утверждают представители ведомства, жители области были оповещены. Процесс сопровождался с прохождением и усилением холодного фронта и развитием вертикальных конвективных облаков, которые привели к возникновению шквального ветра и сильного ветра. Наши метеостанции сработали оперативно и своевременно. Вовремя передана штормовая информация по утвержденной схеме органам ЧС. От местного филиала, восточно-казахстанского филиала «Казгидромет» в департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области поступало сообщение о том, что 17 числа ожидается гроза, дождь и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этой информации жители Восточно-Казахстанской области были оповещены посредством сайта департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области. Ну и специального мобильного приложения, которое там используется.